прямом эфире дерутся. Я очень за них рада. С кем я сейчас? Вот. Даня. Так, вот, пожалуйста, Юлька. Поздно, надо было раньше. Так. Как Захар? Никак. Это частый вопрос в моем прямом эфире. А? В моем прямом эфире это частый вопрос. Как у тебя с Захаром? Да, у тебя. А, как у меня. Господи! Когда эти вопросы прекратятся? Да, ресницы нарастила. Клейм при наращивании нет. Это потому что я очень-очень много плакала. Ну, вы сами в эфире все увидите. К Захару, которая пришла, Ирен зовут, да. За что ударила Захара завтра в эфире? Просто так захотелось мне ударить человека. Вот я ударила. Какой пастой чистишь зубы? Не помню, так, сплэт, наверное? Сплат, как правильно, я не знаю. Сплат? Вот. Почему плачешь? Потому что я пыталась... Вот конкретно сегодня я именно из-за этого плакала. Да, на проекте. Ну, меня будут показывать уже завтра в эфире. Ого, сколько вас много, вы чего не спите? Со своими девочками? Так, угу. Крутые танцы ваши с Саймоном будут в эфире. Ну, я не знаю, конечно, что там ставили еще, но лобное было прикольное. Кулакова, привет, ты классная, любим тебя, спасибо большое. Так. Капец, у меня глаза красные, мне это прям не очень нравится. Смотрится это ужасно. Тебе так идет, как? У нас утро уже? А, ну да. Разночасовые пояса. Хорошая ты никакая не толстая. Ну, спасибо, хоть кто-то поддерживает. Блин, ужас, я не хочу сидеть в прямом эфире из этих глаз. Такие модные. А музыку слушает мальчик тут один. Тебя все ждали, вот и не спим. Чем вам рассказать? Самый настоящий живой на доме 2. Очень хочется, чтобы ты встретила свою любовь. Ох, как я этого хочу, вы даже себе представить не можете. Но я даю себе последний шанс, поэтому... Ну, долго в одиночках здесь сидеть не буду, как только пойму, что все, не готова к отношениям. Точнее, приду к тому, что не хочу дарить свою любовь, то я уйду. Спасибо. Сама спасется как-то. Как-то изменилась, да, изменилась. Сколько лет? 23, вес 57, 58 где-то так уже. И рост 1,65 м. Чаще я выходи в эфир. Ой, не, что-то мне вообще не хочется.